Привет! Настоящие мужчины заполонили ТикТок. И, конечно же, настоящие мужчины будут давать советы якобы другим настоящим мужчинам. Девочки, если вы заблокировали мужика во всех соцсетях, а он не начал писать вам через Сбербанк, то это точно не ваш человек. А я, как счастливая разведенка, дам вам другой совет. Если ваша баба заблокировала вас везде, радуйтесь, что она свалила. Радуйтесь и живите жизнью соло, и все у вас будет прекрасно и хорошо. А она вам нафиг не нужна. Будет другая. И не одна.